Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября, в Омске подготовились заранее. На бетонной стене напротив торгового центра «Континент» волонтеры во главе с художником Михаилом создали граффити. «Живи трезво» – так решили назвать акцию организаторы, специалисты регионального молодежного центра. Почему именно выбрали рисунок стены? Ну, потому что это, во-первых, многолюдность, машины, то есть люди видят, и это, мне кажется, очень хорошо зрительно. И когда человек реально проходит куда-то домой или в магазин, по пути этого он видит такой красивый, яркий рисунок, и, может быть, стоит задуматься. Пригласили мы волонтеров, волонтеры как Омска, так и Омской области. Вот. Пригласили мы ребят, чтобы они помогли художнику Михаилу с данным рисунком. Сейчас большинство людей, да, по каким-то причинам у нас ввиду такой нехороший образ жизни, и хочется как можно больше людей, чтобы они знали о такой дате, что эта дата есть, и чтобы они задумывались и, конечно же, понимали, что стоит вести трезвый образ жизни и вести здоровый и правильно, заниматься спортом, нежели пить. Я вообще за здоровый образ жизни, за спорт, и я резко отрицательно отношусь к алкоголю и вообще к разным таким, как сказать, вредным привычкам. Для меня это что-то такое очень негативное, и я не понимаю, зачем человек губит свое же здоровье. Ведь у нас всего одна жизнь, нужно ее прожить ярко, интересно и увлекаясь спортом, наверное. На стене изобразили музыканта, балерину и велосипедиста. Этот стрит-арт должен привлечь внимание омичей к проблеме алкоголизма и мотивировать на здоровый образ жизни. В этот же день волонтеры раздали прохожим листовки с призывом жить трезво и стихами, написанными омскими школьниками о счастье и семье.